Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Русские горки». Приятного просмотра! Сюжетная линия сериала. Два фронтовых друга, прошедшие не одну битву и чудом выжившие не один раз спасавшие друг другу жизни, по окончанию боевых действий и возвращению на родину решили отдохнуть. Где лучше всего отдыхается на территории Советского Союза? Конечно же, в Сочи, городе солнца и ласкового моря. Спокойное время, уже нет опасности постоянного обстрела, всех, кого надо, уже отстрелили, захвачен Рейхстаг, самое время заводить семью, тем более соотношение мужчин к женщинам оставляет желать лучшего. Петр с Марком останавливаются в районе Харпы, где снимают на двоих комнату. Там, на берегу, где они воплощают мечту стать художниками, рисуя Балтийское море, они знакомятся с Татьяной, взявшей на себя обязанности воспитания двух девочек-близнецов, Элизабет и Сары. Они настолько понравились двум ветеранам, что они выбрали их женами, но это будет в будущем. Сама Татьяна, с интересной фамилией Гражданкина, работает на Главное управление разведки СССР, курирует Джона Харпера. Британский аристократ далеко не в первом поколении, работает в МИ-6 и является двойным агентом как Туманного Альбиона, так и Страны Советов. Но в силу окончания военных действий он уже не нужен родному государству, и о нем просто забыли. Союз же тоже не сильно спешит активизировать шпиона, и гораздо более охотно ссылает его в ГУЛАГ. Татьяна тоже недолго ходила свободной, как подорвавшая доверие, сама отправляется в лагерь как раз к отбывающему непонятное наказание англичанину. Там, в условиях постоянных лишений, у них развиваются чувства друг к другу, результатом которых становится дочка, взявшая себе прозвище Ница. «Русские горки», второй сезон, дата выхода серии, осень 2022 года. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.